нравится. Оно всегда так расслабляет. Вау, что это? Джемстоунс! Это новый тренд от инфлюенсеров. Эй, это же Пегги Ви, самая популярная из инфлюенсеров. Я бы хотела стать инфлюенсером, как она. У нее классный стиль. И джемстоунс ей очень идут. Пойдемте к Фабио и Фабио. Уверена, они знают про этот тренд. Да, но только без спешки. У нас режим релакс. Привет, мы самые невероятные питомцы на свете. Мы экспериментируем с прическами и обожаем приключения. Бип-бэс, мои друзья. Если мы вместе, будет мир чудесней. Зовет мечта, прически, красота. I love Бип-бэс. Новый тренд Glam Gems. Я завалила тест. 8 правильных ответов? 8 – это четверка, не переживай. В тесте на вождение мотоцикла 20 вопросов. И они все про механику. Как проверить уровень масла? Кстати, вспомнил. Надо проверить масло в салоне на колесах. Дядя, перестань. Прости, я жутко нервничаю перед ее приходом. Обещаю больше ни звука. Привет, я здесь, Фабио. Пегги Ви, наконец-то. Ты совсем не изменился с нашей последней встречи. А ты безупречна, как всегда. Мне нравится твой образ, Пегги Ви. Настоящий шедевр. Спасибо, но разве не сверкательно? Сверкательно, я фанат навеки. Мы можем повторить, правда, Фабио? А? О, нет, я не могу отвлекаться. Мне нужно усиленно заниматься. Вау, это сама Пегги Ви. Эй, Пегги, знакомься, Нила, Джульет, Гвен, Леди Джиджи и Майя, наши вип-пэтс. Привет, вип-пэтс, рада познакомиться. И мы тоже. Как вам мой образ? Я называю его небесная роскошь. Просто супер! Хочу такой же. В чем твой секрет? Какова это быть инфлюенсером? Как начать свой тренд? Вип-пэтс, не забываем, режим релакс. Это твои подписчики? Почему они атакуют твой телефон? Потому что у меня важное мероприятие через 10 минут и... Погодите, 10 минут? О нет, я опаздываю! А, опаздываешь? Не волнуйся, салон на колесах довезет тебя. Вперед! Но сначала помогите мне собрать все необходимое. Бигуди, расчески, краску и масло. Масло для салона на колесах. Торопитесь. Стойте, это краска или масло? Ау, Ви-пэтс! Вроде бы масло. Всегда проверяйте масло перед выездом. Пегги опаздывает на встречу. Но я еще не прошла вопросы на механику. Я выхожу. Нет времени. Доверься, дядюшка все объяснит по пути. Привет, подписчики. У меня небольшая проблемка, но не волнуйтесь, я буду на месте вовремя. Насчет твоего экзамена не переживай. Спрашивай меня что угодно и следи за тем, как мастерски твой дядя Фабио возит. Знак стоп означает остановку. Я в курсе. Почему салон на колесах не двигается? Ну, двигатель как-то странно звучит. Звучит как на... Оно и видно. Эй, подписчики, кажется, салон на колесах сломался, и мы застряли. Не волнуйся. Уверена, мы сможем починить его. Режим релакс. Здесь все в порядке. И здесь, кажется, тоже. Может, что-то застряло в выхлопной трубе? Ну, я не вижу ничего странного. Попробуй завести еще раз. Как будто что-то мешает ей дышать. Ух ты, Нила, классный мейк. Зеленый тебе к лицу. Что? Как? У меня зеленый глаз? Зеленый глаз? Это оно! В двигателе зеленая краска. Но как это случилось? Я думала, это масло. Простите. Дядя, разгони двигатель, чтобы краска вышла. Еще немного. Ну уже, подожди. Вот так, еще немножко. Yeah!
Фабио все исправит. Но, Пегги, тебя нужно навстречу. Да, но... Друзья важнее. Держи, Нила, это тебе за твою невозмутимость и за нашу дружбу. Камушек? Мне? О, спасибо. Теперь я так спокойна. Вау, он такой яркий, ослепляет наповал. Можешь сделать прическу, если хочешь. Ну, если тебе не нужно заниматься. Кстати, об этом. 20 из 20. Салон на колесах помог мне освоить механику. Я прошла тест. Отлично. Тогда попробуем успеть навстречу. Ты исправляй прическу, а я поведу. Right style. Выглядишь потрясающе. Так красиво. Идея. Скажи что-нибудь в камеру. Эй, оцените мой образ. Я выгляжу как инфлюенсер. Прости, Пегги Ви. Я совсем не знаком с этими местами. Мы так и не успели на твою встречу. Ничего. Я сообщу подписчикам. Мне очень жаль, что я не смогла попасть на встречу. Мы старались изо всех сил, и благодаря Ви Пэтс мы отлично провели время. Правда? Кажется, им понравился мой эфир на 2 часа. У меня еще не было таких долгих и веселых эфиров. Спасибо, Випец. А теперь домой. Погоди-ка, а где мы? Как тут мило. Тут так красиво. Что это за огоньки? За мной как будто наблюдают. О, да, я вспомнила. Мы в... I love it, baby.